суде Самарского района приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении Максима Литвина. Напомним, бывшего заместителя прокурора Куйбышевской транспортной прокуратуры обвиняют в получении и вымогательстве взятки в особо крупном размере, а также в применении насилия в отношении сотрудника ФСБ. По версии следствия, в июне прошлого года 32-летний Литвин получил 500 000 рублей от одного из предпринимателей за непривлечение к уголовной ответственности. После этого работника надзорного ведомства задержали сотрудники областного управления ФСБ. По данным правоохранителей, во время задержания Литвин активно оказывал сопротивление и укусил оперативника за палец.